40 лет я прожила на севере и практически не болела. Здесь за 5 лет у меня карточка стала очень толстая. Появилось множество болезней, просто я приняла ложь дьявола, что переезжая на материк, как бы адаптация человека проходит с различными заболеваниями, хронические болезни обостряются. Ну и правда, зрение ухудшилось, глаукома. И летом я практически не могла ходить. Левая нога, голеностоп у меня опухал. Я не могла одевать обувь. Я могла среди дороги перед автомобилем остановиться, не могла идти. А вчера, когда молились, я почувствовала облегчение. И сегодня еще лучше. Сегодня уже приехала, не хромая. Не хромали? Нет. Аллилуйя, друзья! Спасибо тебе. Спасибо, Господь, за твою верность. Написано, держим тебе повидание неуклонно. Верен, обещал, что верен. Аминь. Спасибо, Отцу. До конца. Полностью освобождается. Глаукома удаляется. Удаляется. Иисус, царь, спасибо. Все кости исцеляет. Дорогой, спасибо. Спасибо. Открываем глазки. Боль в глазах прошла. Вот, аллилуйя. Дух Святой, спасибо. Глаз видел или нет? Левый хуже, правый лучше. Закрываем левый. Вижу. Теперь правый. Еще лучше, хотя левый мне хуже видел. Левый лучше стал. Друзья, глаукома исчезает. Одинаково сейчас глаза видят? Ну, вот левый, когда закрыла, лучше видит. Лучше стал видеть, чем правый? Да. Аллилуйя, а глаукома у тебя на левом было? Левый. Друзья, левый то лучше, чем правый видит. Исцелился. Это же глаукома исчезла. Все видно? Вижу. Сколько времени? Без 23. Аллилуйя, друзья! Радость! Ну, дайте текст какой-то. А, давайте, что-то. На бутылке можно. Сейчас. У меня есть специальный текст для бывших глаукомщиков. И бывших катарактиков. Все они бывшие. Мы молились за парня в Барнауле, у него слепой глаз был. В тот момент он не увидел. Но мне написали, он начал видеть этим глазом. Прошло 2 дня, я начал видеть глазом. Силуэт, все, открылся глаз. Это из Барнаула. Вчера написали. Отдайте слово Богу. Я пока открывается. Пришло вчера мне официально медицинское подтверждение, что еще туберкулез. 2013 года. Там женщина сделала лечение, было ужас просто. И вчера, после служения в Новосибирске, она пошла дать мне полностью чистые легкие. Это же неизлечимое заболевание. Друзья, аллилуйя. Бог великий. Аминь. Аллилуйя. Слава Иисусу Христу. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Дух Святой. Спасибо, спасибо. Благодарю тебя. Благодарю тебя, Шеке Тереба, Ураба Тереба. Спасибо, 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 спасибо. Спасибо. Благодарю тебя, Иисус. Читаем. Это строки. Иисус есть Господь. Иисус мой Господь. Иисус Господь моей семьи. Иисус Господь.
моего здоровья. Аминь. Уменьшаем. Следующая. Следующая строчка. Строчка. Господь моего сердца, Иисус Господь моей нации, Иисус Господь моей семьи. Я иду по всему миру и проповедую Евангелие всей твари. Еще меньше. Мы тоже сможем. Дальше от этого. Я учеников начну. Я завоевываю учеников, я изгоняю бесов, я возлагаю руки на больных. Аллилуйя, друзья! Это после глаукома. Выбрасывать, конечно. А чем надо вам? И день восьмой сотворил Бог бинокли. Не надо, носите. Зачем одно вам надо? Хоть ваши глаза привыкают сейчас свободно. Аллилуйя, сколько лет было глаукома? Ну вот здесь появилось 5 лет, как я живу в Красноярске. Но была, наверное, еще раньше. Просто там на риске не было таких приборов установить. Аллилуйя, друзья! Вообще, сколько лет! Давайте прославим Господа!